Всем привет! Сегодня мне из Китая пришел интересный инструмент, который пригодится любому садоводу. Type 2 лента инструмент, если перевести на русский язык. У нас их называют топанеры, но они в местных магазинах отсутствуют, эти топанеры. Поэтому приходится заказывать в Китае. Как видите, здесь сзади на картинке показано для чего. Чтобы подвязывать различные растения. В частности, он нам нужен для подвязки винограда. Здесь инструкция, что желательно смазать. Итак, давайте его достану и покажу, из чего он состоит. Состоит он из ленты и обычного степлера. Инструкция на китайском языке, ну тут с картиночками можно разобраться. Так, здесь у нас запасные запчасти в виде лезвия, болтик и какая-то пружинка. И вот так вот выглядит сам инструмент. Так вот, значит, здесь заправлена лента. Меняется она, по идее, вот это вот отщелкивается. Вот она вот так вот выглядит. По идее, как-то аккуратночко просовывается. Но хотя она может быть и эта часть отщелкивается. Сейчас я это делать не буду. Потому что мне ее вставлять не нужно. Аппарат уже заправлен. А сами скобы, по идее, да, вот это вот меняется. Высовывается пружинка. И скобы вставляются лапками вверх. Туда же, вот, не буду их вынимать, по идее они там уже есть. Ага, запасная пружинка отсюда есть. Так, вот это вот так вот должно быть при транспортировке. Выскочило. И значит, что, давайте я приближу и покажу, как это работает. Допустим, здесь веточка, так вот раз, и там нужно закрепить где-то ее. Раз. И что у нас вышло? Ленточка обрезалась и скрепилась. Теперь, значит, чтобы поднять нам ленточку, нам нужно вот так вот еще раз опустить. И вот так вот раз. И она ее вытягивает теперь, защелкнулась. И по второму кругу пошли. Так, скобы и лента на AliExpress, естественно, продаются. Скобы не знаю, возможно, можно купить и у нас в канцелярии. Они там совсем какие-то малюсенькие. Ну, в общем, вот такой вот аппаратик Type 2 или топанер. Многие, кто держит виноград, им пользуются. Теперь буду пользоваться и я. Всем удачи, пока. Ссылки в описании к товару. Доставка 2 недели. Подписывайтесь.